лагеря. Мне казалось, я знал, что такое жестокость. Оказалось, нет. Но одно могу сказать точно. Я никогда не забуду того, что видел. Выжившие сказали, что других пленных и Цусмана забрали в небольшой лагерь в 3 часах к востоку. Остается только надеяться, что он сумел выжить. Последний. Похоже на трудовой лагерь. Идем. Мне кажется, здесь никого нет. Наши парни. Доставай фотоаппарат. Люди должны знать. С ними обращались хуже, чем со скотом. Избивали, морили голодом и заставляли работать до изнеможения. Нацисты хладнокровно убивали наших парней. И никакое адское пламя не очистит их вину. Думаю, их казнили в назидание другим. Убивали самых слабых, тех, кто за ними не успевал. Дэниелс, сюда! А ну-ка, взгляни на это. Следы ведут в поле, видимо, туда их и повели. Тогда и нам туда. Но, боюсь, шансов мало, капрал. Я обещал Цусману. Мы его найдем, но не гарантирую, что живым. Сержант, я вперед! Стреляй! Круг всегда замыкается. Все, что я сделал, что хотел сделать, будто всю жизнь я шел к этому моменту. Нам пора домой, братишка. Ты умер там, в снегу, потому что я не смог. К черту, я иду, Цусман. Ты не умрешь, брат. Нет, не сегодня. Цусман! Hören Sie! Bewegung!
наверное. Вот уроды. Я думал, что про нас забыли. Что я тут умру в одиночестве. Попей. Не спеши. Ты всегда приглядывал за мной, Пол. И сегодня, думаю, тоже. Лишь одно помогает тебе держаться, если совсем тяжело. Когда рядом с тобой твои братья. История взывала, и вы ответили. Вы все разные, но пришли защитить мир и свободу. Благодарю. И весь мир благодарит. И что бы ни случилось, знайте, вы теперь навсегда причислены к герою. Ну что ж, парни. Цусман хотел отдать тебе. Это тебе больше нужно. У тебя ребенок. Благодарю за доверие. Ты справишься. Джентльмены? Квинс! Блудный сын вернулся! С тобой все нормально? Навещу Цусмана. Сержант? Домой, сержант. Да, я дома. Ты опять на службу? Слишком давно я не был в Техасе. Береги себя, парень. Есть. Когда сын спросит, что я делал, скажу, сражался. Вместе с первым и бешеным Пирсоном. Бешеный — это еще мягко. Если будешь в Чикаго... Заеду. Может быть, я раньше окажусь в Лонгвью. Да, в любой момент. Знаешь, когда нас взяли в плен, они отняли не только свободу. Мы были вместе, но мы были одни, ища любой способ выжить. Но ты мог уехать домой героем. Зачем ты вернулся? Я видел жизнь, но жить не научился. До конца. До конца. На сей раз сон был другим. Мы добрались до дома. Вместе. Я все слышу вой волков, Пол. Иногда даже вижу их. Но ты показал мне, как с ними справиться. Так что это твое. Твоя жертва помогла мне понять, что герой рискнет всем для спасения брата. И ты навсегда мой брат и герой.